Кулите, народ, в этом ролике расскажу и покажу, как забирать призрачную флотилию, он же огненный клинок, в 2023 году в соло. В связи с изменениями 9 сезона, теперь в небе больше нет разговаривающей головы пламенного сердца, остался только бирюзовый торнадо. Ивент может появиться вокруг любого большого острова. Рекомендую перед началом поставить эмиссарство любой компании, кроме Афин, и прикупить капитанских ресурсов. Если ваш корабль не капитанский, обязательно покупайте ящик для хранения, доски, ядра и все необходимое. Также пробегитесь с ним по форпосту. Приближаясь к флотилии, вас могут встретить другие игроки, так что будьте начеку. Сами же призрачные корабли начнут атаковать любое приближающееся судно. Итак, мировое событие состоит из 4 волн, где мне предстоит потопить призрачные корабли и собрать лут. Во флотилии можно встретить такие корабли, как обычный призрачный корабль, капитанский с парусом пламенеющей драконицы и финальный босс огненный клинок. Обычный корабль флотилии можно потопить с 3 попаданий ядра, бомбеца или любого другого снаряда. На пламенеющую драконицу вам понадобится уже 10 попаданий. Ну и наконец финальный босс будет повержен за 24 попадания. Волны ивента следуют своей закономерной очередности. Первая волна стартует с обычными кораблями, где необходимо потопить 7 таких суден. На второй волне появляются 2 группы кораблей-капитанов с сопровождением обычных. Игроку нужно потопить именно 2 капитанов пламенеющей драконицы для перехода на следующую волну. И обязательно топить все призрачные корабли. Третья волна идентична первой. Отличное время, чтобы отремонтировать корабль и собрать сокровища с прошлой волны.
Заключительная четвертая волна объявляет появление босса символичной музыкой пылающего сердца. На этот раз игроку предстоит сразиться с тремя группами кораблей. Две группы кораблей-капитанов и единственная с огненным клинком. Теперь немного о сокровищах. С обычных кораблей редко падают призрачные ящики для хранения с ямрами и досками. С капитанов падают прах проклятого, черепа проклятых и сундуки со 100% шансом. С огненного клинка вы получите 15 призрачных сокровищ, а также старший череп проклятых и ящик с проклятыми ядрами. Общая информация по призрачным ядрам. На данный момент ядра такого типа можно найти только с поверженной флотилии. Ядро тень ничем не отличается от обычного ядра, различия лишь аудиовизуальные. Пламенное ядро тень напоминает зажигательные гранаты. Ядро крик выпускает огромного кричащего призрака, наносящего более одной пробоины и откидывающего корабль противника. Призрачные ядра нельзя хранить в обычных ящиках для ядер. Для них существует призрачный ящик с флотилии.
пятым эмиссарством Ордена Душ мне удалось заработать флотилии 68 тысяч золота. После сдачи снимаю флаг Ордена Душ и получаю еще 3000 золота. Надеюсь, это видео было тебе полезно. Если это так, обязательно прожимай сердечко и следи за выходом новых роликов. Также, если интересно наблюдать за всем в прямом эфире, обязательно подписывайся на мой Twitch, ник все так же Аметрис. Удачи и до новых встреч!